Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 334 упражнение. Прочитаем задание. Выпишите слово «хвост» вместе с теми словами, которые помогают понять разные значения этого слова. Например, «хвост поезда», «хвост лошади». Что имеется общего в лексических значениях указанного слова? Давайте с вами выполним задание. «Хвост звезд», «хвост семян», «хвост птицы», «хвост самолета», «хвост коровы», «хвост скорпиона». Ответим на вопрос, что имеется общего в лексических значениях указанного слова. Общая здесь форма, форма в виде хвоста. И также нам необходимо разобрать слово «у звезд». Это существительное женского рода, первое склонение, множественное число, родительном падеже. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.